Друзья, всем привет! Вы на канале «Бизнес на ключах» Вебермастер, и с вами сегодня я, Илья Бобров, буду рассказывать про адаптер XP400 Pro от компании Autel. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Давайте распакуем его. Здесь у нас идет такая бумажная оберточка. Также пластиковый ударопрочный кейс, в который мы вместе с вами сейчас посмотрим. Само устройство. Устройство очень удобное. Я не знаю, как они так умудряются, но реально устройство очень приятно держать в руках. У него прорезиненные бока. Это очень удобно. На обратной стороне также есть резиновые такие подушечки, которые позволяют не скользить прибору на столе. То есть достаточно уверенно здесь стоит. Выглядит на самом деле привлекательно, дорого. В общем, давайте я вам покажу сейчас, что у нас также находится внутри. Здесь у нас, да, опять пакетики с шариками. Если у вас фары на машине потеют, можете засыпать, и влагу всю забирают моментально. У меня на Honda Civic 5D это постоянная проблема была давно, правда. Здесь у нас идет пакинг-лист. То есть здесь в этом листе указана комплектация данного устройства. Так, на второй бумажке у нас здесь подробно описано, как необходимо подключать наше устройство. Также здесь есть распиновка адаптера по ножкам. И обращаю ваше внимание, что данное устройство работает с прибором 508 Autel и 608. Также это устройство вы можете использовать в качестве программатора. Допустим, вместо Tango оригинального вы можете использовать XP400 Pro в качестве программатора, благодаря которому вы будете записывать ключи по дампу. Внизу также я оставлю ссылочку, по которой вы сможете перейти, заказать данное устройство, а также скачать софт на свой персональный компьютер. Если вернуться опять к устройству, на самом деле достаточно качественно он выполнен. Все зазорчики, ну, прям действительно на уровне. Видно, что прибор дорогой, то есть производитель отнесся к нему не просто как к какой-то дешевке, а сделал прям максимально классно. Также здесь у нас на самом устройстве находится питание 12 вольт, разъем для подключения к компьютеру, а также специальный разъем, в который вы будете подключать различные адаптеры, плашки и провода для чтения. Также особую благодарность хочу выразить компании Autel за то, что они придумали вот это вот крепление, вот эти ремешки, которые липучки очень надежно крепят. И, кстати, обратите внимание, к кейсу они прикручены тоже специальные площадки, причем что прикручены саморезы с помощью специальных пластиковых переходников для того, чтобы не цеплялось оборудование, то есть, ну, прям реально надежно. То есть, я думаю, что оторвать это будет невозможно, либо как-то силой. То есть, ну, прям очень надежно, классно. Кейс очень качественно выполнен. Также у нас здесь идет кабель для подключения к компьютеру, допустим, либо к самому прибору 508-му. Также здесь у нас идет шлейф, благодаря которому вы сможете внутрисхемно читать. А также есть у нас снуфер, если вы хотите выдергивать хэши и пин-коды с помощью специального инфракрасного ридера. Он идет в комплекте. Прищепка для чтения, очень полезно. Также есть у нас различные адаптеры для чтения Motorola. Кстати, даже вот для чтения там CAS4 вы можете использовать. Можете использовать для внутрисхемного чтения блоки без отпайки процессоров. То есть очень удобная комплектация на самом деле. Можете на нее смело рассчитывать. В следующем отсеке у нас, посмотрите, такой хлястик очень качественный и с маркировкой Autel. Ну прям максимально качественно. Не какая-то, кстати, вот если у кого есть VVDI 2, ну, сравнить, допустим, вот эту, да, перемычку или VVDI 2. Самое главное, что она идет в размер всего отсека, то есть вываливаться ничего не будет и надежно достаточно прикреплено также на 4 болта, которые крепятся на таких пластиковых подушках. То есть очень удобно. Все адаптеры упакованы индивидуально и подписаны. Даже, кстати, есть адаптер, обратите внимание, для чтения МКУ, то есть ТМСов даже, обратите внимание, это очень классно на самом деле, потому что не во всех заводских комплектациях идет данный адаптер. Также есть еще плашка для чтения тоже мотороловских процессоров. В общем, все, что здесь есть, это вам будет необходимо. То есть ничего лишнего тут нет, как я понял. Очень здорово, что докупать ничего не надо будет. В общем, такой у нас кейс, такой комплектации, которая сможет вам
помочь при внутрисхемном чтении, либо при чтении без разбора блоков. Ребят, сказать цену сейчас я вам не смогу, но она варьируется 30 плюс-минус 5000, потому что вы видите сами доллар, как он скачет у нас. В общем, у меня сейчас есть большое количество этих устройств по хорошей цене. Переходите внизу по ссылочке, заказывайте и зарабатывайте на изготовлении и программировании автомобильных ключей. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.